Кто такие криперы? Скорее всего, это моб растения. Почему растения? А потому что даже сам Ночи заявлял, что криперы хрусткие, как сухие листья. Вы только послушайте звук их смерти. Похоже на то, что вы скинули мешок листьев с высоты, не так ли? А как же происходит спавн у криперов? Скорее всего, при взрыве крипер выделяет какие-то вещества или же частицы, которые способствуют впоследствии превратиться в полноценного моба. Если взять видео Ночи, где он впервые показал нам криперов, то видно, как после своей смерти крипер выделяет какие-то зеленые частицы. Сейчас их, скорее всего, сделали менее заметными, иначе бы Стив смог с легкостью обнаружить их на своей одежде и тем самым предотвратить их распространение. Еще стоит упомянуть, что криперы – один из немногих мобов, которые не горят на солнце, так как солнце для большинства растений является неотъемлемой частью их жизни.